христианство, если бы хотело, ведь вся мысль философская была сосредоточена в духовных академиях тогда, то она могла бы что-то противопоставить марксизму в философском плане, ничего. Но христианство не менее ответственно за то, что произошло у нас в гражданской войне. Ведь не забывайте, раскол начался в 1653 году. Аввакум и Никон. О чем они спорили? Они что, спорили о народе? О том, какое мировоззрение? Ничего подобного. Они спорили только о том, как писать книги Священного Писания. О том, как молиться двуперстием или трехперстием. То есть о форме, но не о содержании. И действительно, образ вот этой христианства Пушкина по-разному. Вот была у него такая сказочка «Царь Никита и 40 его дочерей». Читал кто-нибудь? Царь Никита жил когда-то добрый, веселый, богатый, и от многих матерей прижил 40 дочерей. Многие признали почти как сексуально-вульгарный. Там все имели дочки, вот кроме одного. Ну и как там пытались и так, и эдак, Москва и 40 ее сороков. Так называлась церковь. Это образ бесплодности христианства, который у Пушкина все время был. Я бы мог вам рассказать о его диспутах с неким попом Михайловским, о чем они говорили. Но это просто будет очень длительное отклонение. Но главное, что дав Феклу, это исторический образ христианства. Потому что почему Саул стал Павлом? Почему он, будучи, ведь он возглавлял спецслужбы Синедриона. Это довольно серьезная организация была в то время. Почему вдруг он обратился в христианство, а сейчас, вы знаете, идет многосерийный фильм о том, как Саул стал Павлом в начале нашей эры. Что вы видите в этом фильме? Римская империя гниет. Кто такие императоры? Все там, ну, просто уроды. В современном представлении. И ну, чисто помыслами все иудея. Как оно было на самом деле, это вопрос сложный. Хотя, конечно, Римская империя приняла христианство, и это было концом того учения, которое давалось непосредственно Христом. Я часто спрашиваю наших христиан, а в какое христианство вы верите? То христианство, которое проповедовал как учение непосредственно Христос, это одно христианство до распятия. Или то, которое проповедовали его апостолы, это уже другое христианство. Его раскрыл Михаил Афанасьевич Булгаков, надеюсь, все читали «Мастера Маргарита». За это он был приговорен к тихому умиранию. Не Сталин душил Булгакова. Сталин как мог помогал. А всего-то одна фраза. Помните, когда Понтий Пилат спрашивает, ты хотел разрушить храмы Великое Царство? Что ответил Ишуа? Ходит тут за мной Левий Матвей с козлиным пергаментом и записывает. Я прочитал и пришел в ужас. Я никогда ничего подобного не говорил. Благая весть была дана Христу. Но ни Матвею, ни Иоанну, ни Луке, ни Марку. Где Евангелие от Христа? Ни Христос, ни Мухаммад, ни Моисей ничего не писали. А почему они ничего не писали? Мысль изреченная есть ложь. Слышали об этом? Многие знания, многие печали Библии. Нет ни одной информационной системы, которая не имела бы умолчаний. Мы подходим к следующему, очень важному в творчестве Пушкина. Многие знания, многие печали – это только открытая часть изречения. Есть скрытые. Многие знания, многие печали для тех, кто не понимает места узкоспециализированного знания в общем ходе вещей. Но многие знания – великие радости для тех, кто понимает место узкоспециализированного знания
в общем ходе вещей. Или то, что Горбачев говорит о том, никто не имеет права на истину. Это тоже ложь. Для того, чтобы раскрыть, надо два видения мира посмотреть. И тогда выяснится, что нет. Начинать надо с того, что истина всегда конкретна. Истины вообще не бывает. Она конкретна во времени. Представьте себе огромное мозаичное полотно Николая Николаевича Ге, Иисус и Понтий Пилат, что есть истина. Видели, наверное, картину такую в Русском музее. И представьте, что это полотно мозаичное где-то там, ну, 100 квадратных метров. И вы стоите на расстоянии от этого полотна или мозаичной картины, на расстоянии там 2-3 метров, и вам видна только пятка Понтия Пилата в сандалии. А вы знаете, вот есть такая картина. Ну, естественно, вы обладаете образным мышлением, вы себе дорисуете картину. Насколько ваша картина будет соответствовать той реальной картине, это все зависит от того, насколько вы хорошо многое, многое знаете. Отходите вы на 10 метров. Вы видите, кроме сандалий, еще край тоги и разбитые ступни Иешуа, и часть там плиток таких мраморных. Вы дорисовываете эту картину. И когда вы отойдете на несколько сот метров, вы увидите картину в целом. И тогда на истину будет иметь право только тот, в данном конкретном случае, кто видит картину в целом. Конечно, Горбачеву не дано было видеть не только картину в целом. Это замасоненный, совершенно замусоренный подсознание, очень глупый, недальновидный человек, с очень закрытым, ну и жадный к тому же, до ужаса, до денег, до всего. Поэтому его, таких людей легко вводить в масонство, закрывать им информацию и на уровне сознания, и на уровне подсознания. Пушкин взял на себя колоссальную миссию. Он тоже пророк. Но он описал все, что он видел, в художественных образах. И все его произведения имеют второй смысловой ряд. И этим он привлекает читателя. То есть то видение, которое он имел на уровне подсознания, он передается теперь из поколения в поколение. Если вы достанете где-нибудь работу Андрея Белого «Ритм как диалектика» и «Медный всадник», это, по-моему, 933 год. Постарайтесь, всего 3000 экземпляров. Единственный пока в России человек, это, я считаю, просто подвиг, подошел очень близко к тому, о чем я рассказываю. Он говорит о том, что настоящий художник живет вечно только в том случае, если он воспринимает информацию с более высокого уровня организации материи и передает ее просто последующим поколениям. И поэтому каждое новое поколение участвует в сотворчестве. Ведь если вы читаете Толстого «Войну и мир», у вас у каждого своя Наташа Ростова, у каждого свой Андрей Болконский, у каждого свой Пьер Безухов. Может быть, Бондарчук создал и неплохие образы, но это его образы. Если молодой человек или девушка посмотрит фильм до того, как прочитает «Войну и мир», они лишатся возможности иметь свои индивидуальные образы. Были ли в русской литературе положительные герои революции? Нет. А почему? Представьте такую картину. Вы идете, доходите до какой-то развилки, в которой вам указано множество дорог. И все дороги приводят к истине, кроме одной. Кроме одной. Эта дорога ведет в пропасть. Эта дорога ведет к гибели. Вы художник, вы писатель, вы кинорежиссер. Что вы будете делать? Если вы укажете какую-то дорогу, это ваше будет видение. Вот этой дорогой лучше идти всего.
Если вы имеете дело со стадом, стадо побежит все по этой дороге. Перетопчет, перебьют друг друга. Умный дурак к истине приходит рано или поздно, вопрос только во времени. Задача подлинного художника, уважающего читателя вообще, и желающего, чтобы читатель участвовал в сотворчестве, показать только ту дорогу, которая ведет в тупик, если он это сможет увидеть. Поэтому ни Евгений Онегин, ни Печорин, ни Евгений из этого «Медного всадника» — это не положительный герой. Это тупиковые пути развития. Это особенность русской литературы. Потому что каждый имеет право пройти свой путь и прийти к истине. Но задача любого художника – показать, уж куда точно ведет гибели. Тогда тут только ту дорогу, которая точно ведет гибели. Хочешь сломать себе шею – ну иди. А ведь многие воспринимали Печорина как чуть ли не положительного героя. Я учился здесь, в Суворовском училище. Мне, может быть, повезло на преподавателей, потому что я рос в то время, когда у нас было раздельное преподавание. Не только в военизированном училище, а вообще. Это величайшая заслуга образования, потому что с 5-6 класса нельзя сажать мальчиков и девочек за одну скамью. Будет очень много отвлекающей информации. И слуховой, и обонятельный, и осязательный, и зрительный. И человек не может постичь всего того, что ему положено постичь за те 7-8 лет, которые он учится. Соединение у нас мужского и женского образования – это колоссальная трагедия нашей страны. Весь потенциал научный вырос у нас только в то время, когда было раздельное. Если бы жил был Сталин, он никогда бы этого не допустил. В результате этого мы имеем мужчин, очень похожих на девочек, с длинными косами там, со всеми атрибутами, или он типа Киркорова, который даже в женской кофточке пляшет, и не поймешь, девушка это или мужчина. И женщин, которые перестают быть женщинами. Это развал семьи. Это очень много, я уже не говорю о том, что воспринять полностью то знание, которое дается, никогда не может полностью. Ну, а дальше вы знаете все последствия того, что мы имеем. Поехали дальше. Так, нам надо сделать перерыв. 10 минут. Только давайте. Итак, старушка-мать, бывала под окном она сидела. Днем она чулок вязала, а вечером за карточным столом, за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь между тем весь обегала двор, то окна, то во дворе мелькала. И кто бы ни проехал, ни шел, всех успевал видеть. Зоркий пол. То есть Пушкин здесь говорит о том, что перед революцией, это действительно так, при дворе царя собралось очень много всяких магов, чародеев, папюсов и прочее. Это все описано. Ну а народ все-таки занимался как мог тогда управлением. Ну и дальше он говорит о том, что все нашествия на Россию всегда были летом. Но, как говорит образно, зимой ставни закрывались рано. То есть реки наши встают рано. Но летом до ночи растворено все было в доме. Бледная Диана смотрела долго девушке в окно. Без этого не обойдется ни одного романа, так заведено. Бывала мать давным-давно, то есть правительство, ра пела, а дочка на луну еще смотрела и слушала мяуканье котов. По чердакам свиданий знак нескромный. Да бой часов над мирной колонной. Редко из домов мелькнут две тени. Сердце девы томно ей было, можно слышать, как оно в упругой толкалось полотно. Вот здесь Пушкин говорит о неких двух тенях. Вообще, это тоже целая гамма образов. Диалектический тандем. Скрытное управление. Если вы возьмете книжку Альбера Ревиля «Иисус Назарянин»,
она у нас, к сожалению, так и не переиздавалась, где-то в конце прошлого столетия, то там вы как раз увидите, что он пишет, что где-то с 225 года во главе Великой Синагоги всегда было по два раввина, вплоть аж вот до христианства. То есть это как раз есть образ скрытного диалектического тандема. А вот коты по чердакам, то есть кредитно-финансовая система, о которой потом будет сказано, она не была открыта и понятна, ну, по крайней мере, вот до настоящего времени, что она есть управление в глобальном историческом процессе, неким глобальным суперконцерном, в котором уже все страны, есть только отрасли, и нас хотят, вот как в сыродобывающей отрасли, вписать в мировой рынок. А управляется так: судный процент выше среднего роста процента производительности труда в обществе, и тогда можно стране развиваться. Тогда эта страна гибнет, отрасль гибнет, потому что вы не можете вернуть кредит, да еще с судным процентом. Если ниже, то тогда можно развиваться. Поэтому ничего удивительного нет, ведь в рынке находятся и Боливия, и Венесуэла, и Аргентина, и Бразилия, и Того, и Камерун, не только американцы. Но почему Германия, Япония фактически дважды были, участвовали в мировых войнах, а Германия дважды была разрушена, но уровень жизни, например, в Германии выше. То есть речь идет о том, как управлять в этом глобальном суперконцерне, и кто этим владеет. Владеет этим сейчас то, что мы называем Международным валютным фондом. Они создали особую систему управления настройки рынка, но они же подводят и к гибели. Там слушать русское богослужение. Смотрите, не христианское, не католическое, не исламское, а некое русское. Что это за русское богослужение? И почему по воскресеньям, летом и зимою? А потому что весною. Это все показатель на то, что он пишет все-таки о народе. Народ занимается делом, весною посевная, летом уборочная, в церковь ходить некогда. Укрылся налево. Те, кто изучал всякий ритуал в царской семье, царская семья во время молебна вставала, укрылся налево. Я живу теперь не там, но верную мечтою люблю летать в колонну к Покрову и в воскресенье там слушать русское богослужение. Пушкин говорит о том, что будет некая внеконфессиональная религия. Религия в переводе с латыни – это связь. То есть в России будет связь с Богом каждого человека непосредственно. А это означает выход за рамки ведической магической культуры. Потому что мы где-то, ну так у нас до появления письменности у нас была шаманская культура. Отсюда и Гомер, информацию, чтобы много запомнить и не исказить ее, надо передавать было в стихах. Пока не появилась письменность. Появилась письменность, тогда появилась и ведическая магическая культура. Но ведическая магическая культура предполагает обязательно учителя, посредника между Богом и человеком. А Пушкин говорит о том, что будет русское богослужение. А вот дальше он приступает к нашей либеральной интеллигенции. Туда, я помню, ездила графиня. Звали, как не помню, право. Она была богата, молода, входила в церковь с шумом, величала, молилась гордо. Где была горда? Бывало грешен, все гляжу направо, все на нее. Параша перед ней казалась бедной, еще бедней. То есть Пушкин соотносит народ с интеллигенцией. Порой графиня бросала на нее небрежный взор свой, но она молилась тихо и прилежно, и не казалась им развлечена речь ее о Боге. Смирение в ней изображалось нежно. Смотрите, какой оборот. Народа смирение изображается нежно. Графиня же была погружена в самой себя. Видение моды новой. В своей красе надменной и суровой она казалась хладный идеал тщеславия. Его бы мне и узнали, но сквозь надменность эту я читал имя и боли, громкие печали, смирение жалоб.
В них-то я вникал. Невольный взор они-то привлекали. Но это знать графиня не могла. И верно, в список жертв меня внесла. То есть, кто больше всего у нас жалуется на свою плохую жизнь? Конечно же, интеллигенция. За что боролись, теперь на то и напоролись. Без них бы никакая перестройка не смогла быть. Сами привели вот этого Борю с командой, а теперь на забастовке. Я говорю, бастуйте, на голодовке, голодуйте. Им на вас плевать. Главное, вы для них сделали. Вы их посадили себе на шею. Она страдала, она всегда страдает. Хоть была прекрасна и молода, хоть мода ей несла свой фимиам, хотя фортуна ей была подвластна, она была несчастна. Вот всегда несчастна. Блаженнее сто крат была ее читатель, новая знакомка наша, простая, добрая моя Параша. По-моему, Солоневич сказал в своей какой-то работе «Монархия» или что-то, «Народная монархия». Он описывает встречу с некими немецкими там философами, которые готовили, в общем, поход на Россию, и которые объясняли ему, что... Он говорит, откуда вы знаете, как воспримут нас, вас в России? Ну как же, мы же читаем классику, мы же знаем русский народный характер. Солоневич говорит, какие писатели? Кто? Чехов? Со своим злоумышленником? А кто? Ну ладно, кто-то там гайку отвернул. А кто построил Транссибирскую магистраль с киркой, лопатой за 10 лет? Где эти люди в нашей литературе? Найдете их. Платон Каратаев из народа, что ли, у Толстого? Где? Да нет народа. Есть интеллигенция, есть ее боли, печали. Вот Пушкин говорит, блаженней сто крат была читатель, новая знакомка наша, простая, добрая моя Параша. То есть, говорит, я буду говорить о народе. А кто, о том, кто был всего ее сердце ближе, то есть народу, и равно для всех она была, увидим ниже. Пока меж жизнь вела она, не думая о балах, о Париже, хоть при дворе жила ее сестра двоюродная, Вера Ивановна, супруга гоффурьера. Смотрите, как. Если это простая старушка, вдова, а у нее сестра двоюродная, какая-то Вера Ивановна, да это образ Веры, который далеко не всегда сходится с тем, что мы называем религия. Религия – это связь с Богом. Она может идти в рамках конфессии иудаизма, христианства, буддизма, ислама. А вот вера – это что-то покруче религии. А дальше Пушкин говорит о том, как умирает прежняя служанка христианства, идеология, и как приходит в Россию новая идеология. Но и говорит об этом, описывает и гражданскую войну, и Первую мировую войну, и революцию. Туда все входит. Он видит некий массив информации. Но горе вдруг их посетило дома. Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, слегла. Жаркой была баня. Первая мировая война, революция, гражданская война. Напрасно чаем и вином, и уксусом, и мятной припаркой ее лечили. В ночь под Рождество она скончалась. Указывает на некий порок. В ночь под Рождество был убит Распутин, Ефим Григорьевич Новых. Это была попытка последней церкви сохранить себя как четвертую власть идеологическую, монархию. На Ефима Новых была возложена миссия не допустить вхождения в Первую мировую войну. Покушение было не только на эрцгерцога в Сараево, покушение было и на него. Одна женщина ножом пырнула его живот, и он у себя в деревне дал телеграмму, в которой предупреждал, если папа, это так он звал Николая, если войдешь,
то оттуда уже не выйдешь, погибнет Россия и вся монархия. Но и предупредил незадолго перед ночью, перед Рождеством, он убит был действительно в ночь под Рождество, по старому стилю. Если кто-то из царского дома будет участвовать в убийстве, все будут поголовно уничтожены в моем убийстве. Все будут поголовно уничтожены. А кто стоял за Распутиным? Банкир, еврей, Симонович. Вот его образ. Но хочу обратить внимание, в тот же день за ней пришли и гроб на Охту отвезли. Пушкин тем самым будущим дает понять, он же прекрасно знал ритуалы, что никогда сразу нас покойников не хоронят. Трое суток дается на то, чтобы душа рассталась с телом. Это образ. В тот же день за ней пришли и гроб на Охту отвезли. Они жалели в доме всех боли кот Васька. Вот там появился персонаж. Это вот образ банкиров, которые за спиной Распутина творили свои большие делишки. Благодаря таким, как Симонович, царское правительство влезло в долги к Ротшильдам, Варбургам и прочим. Благодаря им была спровоцирована и война с Японией, и война Первая мировая. Сейчас много об этом информации, я не буду уж распространяться, хотя бы многое мог рассказать об этом. У нас есть работа «Разгерметизация», она еще не издана, в которой мы подробнейшим образом на основе всех документов описываем этот процесс. Одни жалели в доме всех более кот Васька, вот эти жирные коты. Откуда взял образ Пушкин? А помните кот и повар? Повар идеологии, кот банкиры. Вообще этот образ очень хорошо, конечно, Крылов в своей басне. А Васька слушает да ест. Вот это и есть образ банкира. Вдовушка моя подумала, что 2-3 дня не более жить можно без кухарки, что нельзя предать свою трапезу Божьей воле. Старуха кличет дочь. Параша, я, сведы у соседки, не знает ли жить дешевый, так редкий. Узнаю, маменька, и вышла вон, закутавшись, инкогнито. И как, смотрите, время он точно определяет февральской революции. Зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон безоблачный в звездах сиял морозно. Вдова ждала Парашу долго, сон ее клонил тихонько. Когда Параша тихо к ней вошла, сказав, вот я из Швейцарии в пломбирном вагоне новую кухарку привезла. Читайте список, кто там был, и вам сразу будет понятно. Сейчас он опубликован во многих источниках. За ней, теперь описание новой кухарки. За ней следом, робко выступая, короткой юбочкой принарядясь, высокая, с собой не дурная шла девушка и, низко поклонясь, прижалась в угол, фартук разбирая. И смотрите, по-русски слово-то немецкое, фартук. Я бы сказал, передник разбирает. Я рифму нарушил? Да нет. Что такое короткая юбочка и фартук? Пушкин намекает на ложе шотландского ритуала. Короткая юбочка – это шотландцы. Да, масонство у нас было шотландского ритуала. А есть сведения, как 15 крупнейших там деятелей выехали перед революцией и приняли вот это вот масонство шотландского ритуала. «А что возьмешь?» – спросила старуха, обратясь. «Все, что будет вам угодно», – сказала та смиренно и свободно. Смотрите, как смиренно и свободно. Да, евреи действительно обладали определенной свободой. Прижалась в угол. Вот вам образ черты оседлости. Читайте Лескова «Жидовская кувыркалегия». Теперь это опубликовано. И вы увидите, как этот образ будущего Евгения. А как зовут? А Маврой. Трудно вам, да и многим, представить, ведь Пушкин и Маркс были современниками. Когда Пушкин был убит, Марксу было 18 лет.
Мог ли Пушкин предвидеть, что Маркс возьмет псевдоним Мавр? Во всей переписке, где-то после, по-моему, 20 лет, уже идет псевдоним Мавр. А как зовут? А Мавры. Ну, Мавруша, ты молода. Молодая, делай. Живи у нас. Покойница Феклуша служил мне кухарка 1000 лет. 10 лет он говорит. Ни разу долга чести не наруши. Ходи за мной, то есть за правительством, за дочерью моей, за народом. Усердно будь, присчитывать не смей. Ну вот, присчитала. Вся наша перестройка началась с присчитывания. Смотрите. Вот это сталинизм, застой, перестройка. Это годы 40-е, 50-е. Это данные статистики. Это главное, что смогло помочь провести вот то разрушение страны, которое произошло. Вот это сумма товарно-денежного оборота. В миллиардах рублей в ценах примерно 85-90 года. Вот это сумма сбережений. А вот это отношение в процентах суммы сбережений к сумме товарно-денежного оборота. У нас была трехконтурная закрытая кредитно-финансовая система. На первом контуре это рубль, обеспеченный золотом, с которым мы выходили как единый суперконцерн на внешний рынок. Он примерно так же обеспечивался золотом, как доллар. На втором это безналичка, с которой предприятия передавали продукцию по бумажке там друг другу. А на третьем те деревянные рубли, с которыми мы ходили. Пока не был отменен золотой стандарт, это была очень мощная закрытая система. Но кредитно-финансовая система Запада, мировая, готовилась разрушить нашу экономику вот таким образом. Смотрите, каждые 10 лет строго вдвое удваивался процент инфляции. Вот в такой системе это уровень инфляции. Это отложенный спрос. Кажется, что всего населения. Но вот эти 220 миллиардов, которые в начале перестройки были, они распределялись неравномерно. Примерно 90% всех сумм принадлежали 3% населения. А вот 97% имели все остальное. А у этих 3% уже все было. Были шикарные квартиры, были дачи, были машины и те шмотки, за которыми бегали наши. Все у них было. И им нужны были средства производства. Вот это и называется присчитывать. Присчитывание. Так что Мавруша присчитала. Стоимость всех предприятий легкой промышленности в ценах 91 года составляла 550 миллиардов рублей тогда. Учтите, это только на сбережениях. А еще было много там, на Западах, что-то было в чулках, что-то в драгоценностях. И они потребовали средства производства, они их получили. Вот это называется слабый маневр. Сама перестройка была уже сильный маневр. Что это значит? Когда вы едете в автобусе, читаете книжечку, водитель автобуса ведет только с самолета, можно видеть, радиус, например, 3 километра, вы его не замечаете. И вдруг он делает резкий крутой поворот, тут вы все вспоминаете, что дрова везет, что ли, как вы замечаете, что кто-то ведет этот автобус. Вот примерно с нашей страной так случилось. Присчитывать не смей. И Пушкин говорит, предупреждает. Проходит день, другой, кухарке толку довольно мало. То переварит, то пережарит, вечно все пересолит. То есть, если уж коллективизация, то до упора. Если индустриализация, то до упора. Что значит пересолить? Если по плану второй пятилетки было 7 миллионов тонн стали выплатить. Он говорит, нет, 17. А нет ни заводов, ни обеспечения энергетического, ничего нет. Народ бьется,
жилы рвет из себя, энтузиазм был колоссальный, а плана не выполнен. Вечно все пересолит. Шить сядет, не умеет взять иголку. Руками работать не любили. Ее бронят, она себе молчит, везде во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, народ никак не сладит. А вот дальше о перестройке. Поутро, воскресенье, мать и дочь пошли к обедне делать перестройку. Это я добавляю, пошли к обедне. Дома осталась лишь Мавруша. Видите, у нее всю ночь болели зубы. У Маркса есть выражение такое. Национальный вопрос трогать нельзя. Это как больной зуб. Евреи – это химерическая национальность купца вообще денежного человека. Ленин. Говорить о евреях как о нации – это реакционная теория. Ну ладно, не нация. А что тогда? Ведь надо отвечать. И получается, единственная общность, которая ведет родословную по маме. Вы знаете их. Уже проходили начальные азы в школе теперь. XX. Женские хромосомы XY. Вот Климов нам подсовывает, что якобы появляются такие легионеры, можно их называть легионерами, у которых YY, две хромосомы. Интересно, как это может быть? Когда идет процесс, то всегда либо в женской яйцеклетке появляется либо Y, либо X. Если XX, ну тогда рождается девочка. Если XY, то рождается мальчик. Как может в XX родиться YY? Климов это очень серьезно. Он нам подсунут в рамках Гарвардского проекта, чтобы мы, нас второе, первую массу информации сгрузил Гумилев. Есть только биология, социологии никакой нет. Ему помог Климов. Подход такой примерно. Ври на уровне третьего приоритета 50% на 50, 50-50, пройдет. Вот на втором приоритете, на хронологическом, историческом, надо 90% говорить правды, 10% лжи. А вот на первом приоритете, мировоззренческом, методологическом, надо давать 99% правды, чтобы протащить 1% лжи. Вот чем занимается Климов. Потому что мы вышли на понимание, как была создана вот эта общность мафиозная. Это просто самая древняя, самая культурная мафия. Потому что если встать на точку зрения нации, то тогда надо объяснить, то почему у нас, например, в университете, да и во многих университетах, 50% преподавателей эти ребята. Они что, все такие гениальные? Почему на 1750 у них имеют высшее образование, а 44 имеют кандидатские диссертации, где-то порядка 70 докторские, а на 90% вся Академия наук. Если вы встанете на теорию, что это нация, тогда вас можно объявить расистами, а вы же против расизма. Чувствуете, в какой они попали? Значит, и получается, либо вы одни нации, а все остальные не нации, а нечто непонятное. Либо вы, мы даем ответ, мафия, созданная примерно 3000 лет назад, придется вернуться для объяснить, ведь они же были обыкновенными кочевниками, ничем не отличающиеся от других семитских кочевников. Что произошло в Египте? Почему они были храмовыми рабами, эти кочевники? И почему через два поколения их вытолкнули в Синайскую пустыню? Что было делать в Синайской пустыне? Там же работать негде. Египетские жрецы, после того, как они 300 лет воевали с хеттами за Кадеш, а Кадеш в современном представлении – это международный телеграф, информация циркулирует всегда с определенной скоростью. Скорость тогда была парусник, верблюд, конь. Максимум 20 км в час. Но циркулирует. Все караванные и
торговые пути пересекались в Палестине. 300 лет бьются с хеттами, ни те, ни другие победить не могут. Вот тогда-то, по нашему представлению, впервые египетское жречество и сформировало метод культурного сотрудничества. Потому что они поняли, я сегодня придумал лук со стрелами великолепный, а мой противник щит. Я построил стенобитную машину, а мой противник как стену лучше класть. И это до бесконечности. Поэтому они решили после битвы при Кадеше, она выделена, посмотрите, во всемирной истории, везде там века-века, тут 1312 год, что-то они там разобрались. Тогда-то они и сформировали библейскую концепцию, по которой сейчас и управляется весь Запад. Но в чем у них была проблема? У жречества была всегда периферия. Сидит некая пифия на треножнике, вдыхает какие-то сернистые газы, что-то бормочет, а за ее спиной царю Киру, который спрашивает, ну как, мне идти в войну? Он говорит, идти, пойдешь и разрушишь великое царство. Ну идет обратно, в плен его взяли, там морду набили как следует, и царство разрушено. Как же ты меня обманул? Ничего подобного, я тебя не обманул. Я же не сказал, какое царство ты разрушишь, твое или чужое. Поэтому жрецы общались в своей периферии, в храмах, а им нужно было так, чтобы их периферия не идентифицировала. И поэтому им нужно было нарушить вот у нормального человека предметно-образное и абстрактно-логическое правое и левое полушарие работать в диалоговом режиме. Вот разрушить этот диалоговый режим они пытались множеством способом. Даже пытались лоботомию применять. Но в поколениях есть раскопки, где показано, что они владели этим. Такой операцией. Рассекали лобные доли. И вот тогда, видимо, наблюдая за этой обыкновенными, будем говорить, кочевниками, они и продумали. Вот ту акцию, это, конечно, жесточайшая акция к целому народу, к племени. Они их выставили, там долго была борьба, надо говорить об Эхнатоне, о жречестве Атона и жречестве Амона. Они выставили их туда, в Синайскую пустыню. Почему? Вот есть такой еврей Владимир Шали. Чувствует, ребята. Он пишет. Далее странник сказал, что чем ближе он приближается к египетским тайнам, тем ужаснее обдувает ее ветер опасности. Туда заглядывать опасно. Но ему, потомку древних египтян, хорошо известно, как это все было. В то время столкнулись два мировоззрения, по нашему мировоззрению целостности и мировоззрению калейдоскопа. Две любви, две ненависти к жизни. Прошли тысячелетия, возникли новые вероучения, но в основе всего по-прежнему, убежден странник, лежит египетское противостояние. Далее странник сказал, звезда Давида – это перевернутое египетское сознание, это преодоление рабства, это приговор Египту, это антиегипетская культура, выраженная графически. Звезда Давида – состоит из двух противостоящих треугольников, а именно перевернутая пирамида, пересекающая сверху, как нож, пирамиду Хеопса. О чем здесь, в виде некие картинки на уровне подсознания, называется «свобода исчезновения», о чем здесь Владимир Шали говорит? О каком это преодолении рабства? Рабство было тогда повсеместным явлением. И рабовладельцы старались пленных не мешать между собой. Старались мешать между собой, чтобы по языкам не договорились. Вот тех кочевников, семитов, которые египетские жрецы держали в качестве рабов храмовых, они ни с кем не мешали. Они наблюдали, они были, кстати, многобожниками, они не были монотеистами. Они наблюдали, как они отправляют свои культы, как у них браки. И фактически
Задача их была перевести рабство с уровня сознания на уровень подсознания. Поэтому евреи говорят, вот были евреи и древние греки. Где древние греки? Нет их. Были евреи и древние египтяне. Где древние египтяне? Нет их. Были евреи и римляне. Где древние римляне? Нет. Одни евреи. Вот теперь тут русские и евреи. Не будет вас и русских. Останутся одни евреи. Да, действительно, те греки, которые сейчас, и греки, которые были, это не те греки. И римляне – это не те итальянцы, о которых мы сейчас видим. Одни евреи остались. Как удалось сохранить нечто на уровне подсознания, чтобы остаться евреем? Загнав в Синайский турпоход на два поколения, Мендели, наверное, уже тогда читали, знали как. Много они соображали, что такое Евгеника, выведение новой породы людей. Поэтому Пушкин и Евгений – основное действующее лицо. Евгеника – это наука о выведении породы людей. Конечно, они хотели как лучше, Черномор говорил наш. А получилось как всегда. Плохо получилось. Ведь в пустыне работать было нельзя. Чтобы не умерли с голоду, вся тайна манны небесной. Вот это была загадка для нас очень сложная. Но мы знаем, что левиты держат на уровне подсознания очень много информации. Выбрали, они тандемами работают, двух левитов, А, Б, С, они шли у нас под шифром, Аркадий и Борис Стругацкий. Один человек подбросил им тему, а все писатели пишут так, лезут в свое подсознание, и как вот с пленки разворачивают это. Попробуйте, у вас получится. Вспомните то, что аж в детстве, а может быть и в прошлой жизни. Подброшена была им тема, потому что мы не знали, как можно было за 42 года, мы, конечно, понимали, что из житниц египетских храмов привозилась какая-то засушенная невкусная бурда и разбрасывалась. Иначе бы умерли с голоду, потому что в Библии есть отзвук этого. Опротивила нам эта пища, про ману небесную. В Египте нас кормили лучше. Иждивенцы, в общем-то, были. В Египте нас кормили лучше. Но, наверное, подворовывали, как всегда, во всякой структуре. Там рацион не совсем был достаточный. А вот как это нам рассказали потом, после этого, как тандем, он был ликвидирован, остался только Боря, Аркаша ушел из жизни. Град обреченный, читайте. Там открытый секрет. Смысл такой, что идет вот это умирающее от жажды и голода стадо и видит некую пирамидку. Камни все там желтые, почти одинаковые, выкрашены в цвет определенный. Говорит сопровождающему, тот знал только знак. Вот если увидел такую пирамидку, гони стадо, в двух днях пути увидишь какую-то еду. Сразу решается несколько задач. Периферия Моисея, сам он в этом не повинен, с ним шла периферия жречества Атона и Амона. Периферия Моисея или Амона, Атона или Амона, кто-то из них, видимо, знал. Они говорили уже Моисею, и так творили культ Моисею. Он становился Богом, потому что если чудес не бывает, если бы манна небесная было чудо, то всякое чудо природное повторяется с определенной частотой. Вот как снег идет, как солнышко всходит, как дожди. Если же это... Либо это дело рук человеческих, некое ноу-хау. Вот мы усматриваем это некое ноу-хау, потому что если бы это было природное явление, ну, евреи народ практичный, построили бы вокруг Синайской пустыни великую еврейскую стену, все-таки какая-никакая еда, и под торговлей работать не надо. Сейчас проблема с продуктами. Работать не надо, а чем же заниматься? Боевой политической подготовкой. И вышло оттуда... Уже хорошо сбитые, сказано было, выйдут отсюда только те, кто не понимает разницы между добром и злом, не различающие.
И эта орда захватила землю Хананаанскую, Кадеш и все что. И вот сейчас они построили даже государство на этом. Еще вопрос. А вы, ребята, как пришли сюда? И кто там? Палестинцы? Это хананеяне, которых тогда еще. Ну а дальше было просто. Египетские жрецы, после этого они, ну, не идентифицировались как бы уже. Задача была, чтобы вот эта периферия не могла идентифицировать жречество, а концепцию разносить по всему миру. Для этого было три погрома. Помпей, Флавий и Адриан. 60-й год до новой эры, там, во времена христианства. Поэтому Пушкин вначале взял одного из военачальников в египетских ночах, Помпея, а уже потом только из Флавия. Ну, и Адриан уже при нем завершение. Есть данные о том, что это сам Альтшулер пишет, например, что иудейских рабов римские легионеры гнали с собой в Европу. Но там почему-то отпускали, он не понимает. И те образовывали отдельные общности. Отпускали, вольно им давали. Вот так шел процесс рассеяния, механизм. Ну ладно, мы, надо нам завершить все-таки домик в Коломне. Значит, он говорит, описывает Парашу: коса змеей на гребне роговом, из ушей змеей и косы русы, косыночка крест-накрест или узлом, на тонкой шее восковые бусы. Можете себе представить восковые бусы женщины на тонкой шее? Воском плавится, свечи. Христианский ритуал, Пушкин считал, не есть хорошо для. На тонкой шее восковые бусы, наряд простой. Но пред ее окном все же ездили гвардейцы черноусы, вот появляются легионеры. Но девушка принять умела их без помощи нарядов дорогих. О том, кто был всего из сердца ближе или равно для всех она была, увидим ниже. Вот я вам пропустил эту октаву. Пока мне жизнь она вела, не думая о балах, о Парижах, при дворе ее жила сестра двоюродная Вера Ивановна, супруга гофурьера. Ну а мы, значит, перейдем к перестройке. Дома лишь осталась Мавруша, видите ли, у ней всю ночь болели зубы, чуть жива таскалась. Корицы нужно было натолочь, пирожные испечь она сбиралась. Кто нам обещал испечь пирожные, вспомните? Еврейский грек Попов? Абалкин? Бунич? Армянский еврей Агамбьян? Все экономисты у нас, эти ребята, пирожные испечь она сбирала. Ее оставили, но в церкви вдруг на старую вдову нашел испуг. Она подумала: Мавруши ловкой, зачем к пирожному припала страсть? Пирожница ей-ей глядит плутовкой. Не вздумала нас обокрасть, да улизнуть. Вот будем и с обновкой для праздника. Ах ты, какая страсть! Так думая, старушка обмирала и, наконец, не вытерпев, сказала народу: стой тут, Параша, я схожу домой, мне что-то страшно. Дочь не разумела, чего ей страшно. С паперти долой чуть-чуть моя старушка не слетела. В ней сердце билось, как перед бедой. И вот мы подходим к 50-й кульминационной октаве. Ну, вы знаете, что перед перестройкой появилась книжка Романенко о классовой сущности сионизма. Это была проверка реакции нашей дуры либеральной интеллигенции. От того, как бы отреагировала она, перестройка могла идти совершенно иначе. Это была точно такая же проверка, как дело Бейлиса. Вся либеральная интеллигенция тогда бросилась защищать. Потом ее же пустили под нож. Русскую, я имею в виду, либеральную интеллигенцию. Короленко, Горький. Ну, я не буду всех перечислять. А здесь появилась книга Романенко, не сам он писал, книга подготовлена совместными болгарскими нашими спецслужбами, сам Романенко мало чем в ней понимал, но это был тест.
Издана она была в Петербурге. Два тиража выдержала. И пошла истерика. Ах, антисемитизм, ах, антисемитизм. Ах, ужасно, ах, ужасно. Ну что, раз ужасно, держите теперь. Ну, головы не потрывали, но интеллигенцию на голодный паёк посадили. Правильно, по делам. А Пушкин в 70-й, то есть 50-й октаве начинает, мало того, что он 7 строчек. Зашла в лачушку. Где она вошла? Здесь нет. В кухне посмотрела, где вся политика варится. Мавруши нет. Она к себе в покой вошла. Кто там около Бори теперь? 7 еврейских банкиров, Березовский, Гусинский. Что он заявил? Вся пресса сказала. Мы уже управляем всей страной. А Боря нам обязан. В интервью телевидению Тель-Авива. 7 еврейских банкиров. Ходорковский, Березовский, Гусинский и там еще. Вот вам образ у Пушкина. Она к себе в покой вошла. Она здесь не вошла. Она в окно смотрит. Помните? Православие, самодержавие, народность. Все тайны вот этого наша академическая наука никогда раскрыть не способна. Она вся зомбирована. Об этом может рассказать народ. Народ не является авторитетом. Наша концепция общественной безопасности не могла быть написана в рамках ни одной академической науки. Но никто пусть попробует поспорить с основными ее положениями. Ничего не получится, дохлое дело. Поэтому Пушкин показывает, что вся информация придет только через народ, снизу. Потому что народ не связан никакими посвящениями. Ни прямо, ни прямыми, ни в обход сознания. Он воспринимает информацию как есть. И ничего у ребят теперь уже не получится. Поезд ушел. Зашла в лачушку, в кухню посмотрела, Мавруши нет. Она к себе в покой вошла. И что ж, о Боже, страх какой! За зеркальцем Параши чинно сидя Мавруша брилась. Вот этот образ бороды такой, он потом в египетских ночах. Что значит брилась? Меняла свое обличье. Вначале все были, сразу после революции, все евреи стали марксистами. Они что, читали Антидюринга, Капитал Маркса? Конечно, они были более грамотные, чем в среднем все в России. Русский мужик чесал в затылке, а что это такое? Марксизм. То ли марксизм, то ли марксизм. Они все были марксистами. А кто не соглашался, ставили к стенке. Но вы помните, кто первый стал брить бороду? Марк Захаров. Демонстративно порвал свой партийный билет. Вернее, сжег даже. Все как один сразу вышли из партии. В статистическом смысле. То они марксисты, то они анти. Вернее так, сразу должен сказать. Вот я, по своим убеждениям, коммунист. В партию вступил 18 лет. И остаюсь коммунистом. Но я никогда марксистом не был. Понимаете, что марксизм, ну от силы ему где-то 150 лет. А желание жить не стадом, под водительством пастуха, в коллективе, коммуна – это община, только по латыни, всегда было в России. Поэтому сейчас, обратите внимание, все пресса ругает коммунистов, но вы нигде не услышите, чтобы ругали марксистов. Потому что марксизм – это есть экспортная модификация фактически библейской концепции для Руси, но ей дано было жить не более, 2-3 дня не более. Итак, пред зеркальцем Параши Пушкин видел далеко. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее, всех прекрасней, добрее? И зеркальце в ответ. Телевидение наше, ты прекрасна. Спору нет, ты на свете всех милее, всех прекрасней и добрее. Всех румяней и белее.
Кого мы видим по телевидению? Какая бы тема ни обсуждалась, экономики, культуры, ни одного русского человека. Ни одного диктора нет русского. Зеркальце Параши захвачено полностью. Да, почему? Ну, русский мужик, отработав в поле или у станка, поужинав, да еще стопку приняв, ложится перед зеркальцем Параши и бездумно действительно многое воспринимает. Информация воспринимается не в пустоту, а в некие стереотипы. То есть Пушкин не только предвидел телевидение, но и предвидел, что оно будет не принадлежать народу. Но это, естественно, это самый мощный канал. Если бы всю информацию, которую мы даем в наших книгах сейчас, даем вот в образном виде, в таких выступлениях, донести сейчас до общества, я вас уверяю, 2-3 недели, и страна была бы другая. Мы уже с Москвой и Петербургом смирились, мы ездим на периферию. С первой же лекции нас понимают там, вот в Йошкар-Оле, он недавно читал лекции учителям. С первой лекции понимают фактически 70-80%. Сложнейшие вещи. И триединство материи, информации, меры. И обобщенные средства управления. И что такое смена логики социального поведения. Вот учителям, там был съезд учителей, я читал лекцию 5 часов. Вот как вам, там с перерывами. Кстати, нам не пора? Еще 10 минут, да. Сейчас перерыв сделаем. Поэтому, ее увидя, та в торопях, с намыленной щекой, когда человек бреется, он сам вообще мылит себе щеки. Через старуху, вдовью честь обидя, то есть теперь у нас нет больше авторитета в правительстве. Прыгнула в сени прямо на крыльцо, на престоле какое-то время побудет. Видите, нам еврейчонка Жору из колена Давидова. У нас теперь есть интернационал-монархисты, национал-монархисты. Так вот, это из интернационал-монархистов. Кстати, они считают, что более легитимно по отношению к нашим национал-монархистам. Почему? Потому что мама из рода Багратидов, они идут к колену Давидову. Читайте «Священную загадку», там весь есть ответ на это. Она вышла 10-тысячным тиражом, скоро еще выйдет. Прыгнула в сени прямо на крыльцо, да ну бежать в одно касание, закрыв себе лицо, то есть опять инкогнито. Ну, дальше Пушкин говорит о том, а что будет, когда закончится. Обед не кончилась. Рано или поздно перестройка закончится. Пришла Параша. Что, маменька, доигралась? Что, маменька моя? И вот впервые правительство называет народ ласково. Ах, Пашенька моя, Маврушка наша, опомнится до сих не в силах я. За зеркальцем, кто там все время, Востанкин и так далее, вся мыли, спрашивает народ, воля ваша. Мне право ничего понять нельзя. Да где ж Мавруша? Мавруша. Ах, она разбойник. Она здесь брилась. Внимание, точно мой покойник. Помните, вот появился персонаж. Господствующий класс всегда потенциальный покойник. Что сделали евреи? Они уничтожили финансистов национальных, национальную буржуазию. Что такое три поколения истории, когда речь идет об истории письменной 7,5 тысяч лет? Что такое 75 лет по сравнению с 3000 годами? Это миг. Они крутят большие процессы глобальные. Поэтому сейчас они захватили всю кредитно-финансовую систему, а именно она является средством управления. До тех пор многие там, ну, разделились, как народ думал. Ну, Шушкевич там с кем, не Кучма, а кто там был еще этот? Кравчук. Шушкевич, Ельцин, ну разделились. Ну это они, народ-то не разделить. А нет.
Разделение пошло только тогда реально, когда поделили денежки. Как только стали вводить свои валюты, все. Вот тогда-то и пошел раздел, хочешь не хочешь. А когда говорит, будем с обновкой для праздника, что говорит, ну украдет, как происходит денежки сейчас, через судный процент, перекачиваются в доллары и утекают за границу. И не думайте, никаких инвестиций здесь не будет в нашу экономику. Дело не в том, что новые русские там плохие или там на Западе. Все дело в другом. Сколько стена, вот эта толщина, видите? Она аж 5 кирпичей. Сколько тепла надо? Любое производство здесь, вот этой техники, самовара, одежды, требует накладных расходов раз в 5 выше. Вот каждый из вас имеет одежду зимнюю, весеннюю, летнюю. А в Таиланде поставил 2 фанерных стеночки, поставил станки, пускай. Зарплата, она состоит из 2 пары сандалий, шорты, пару маечек. А у нас женщины ноги в мехах хотят ходить. Где ж не пасешься? Это все накладные расходы. Средняя температура по России минус 5, а в Таиланде плюс 20. Это одна из причин, почему южный дракон так быстро поднялся, как на дрожжах. Если мы будем только сырьевой отраслью в глобальном суперконцерне, не рассчитывайте, что здесь будет какая-то промышленность. Невыгодно, просто невыгодно. Это никакой не секрет, они все знают. Просто если будут вкладывать сюда, проиграют с конкуренцией тем, кто будет вкладывать в Южную Корею, в Таиланд, в африканские страны. Невыгодно. Но тогда у нас будет канадский вариант. Максимум 50 миллионов, минимум 30. Больше не надо. Работа в сырьедобывающих отраслях, ну и что-то там. Остальные все должны умереть. Как? Ну, процедура это несложная. Ну, не сразу, конечно. От алкоголя. Потому что вы не думаете, что просто так столько отравы ввозится сразу. Много есть способов уморить. Параша закраснелась или нет, Пушкин говорит, сказать вам не умею. Сказать вам не умею. Но Мавруша с тех пор, как не было и нет, ушла, не взяв в уплату на полушки, не успев наделать важных бед. У красной девушки и у старушки, кто заступил Мавруши, сказать вам не берусь, не ведаю. И кончить тороплюсь. Вот 30 октав текста закончилось. Пошел Джокер. Как? Разве все тут? Шутите? Пушкин, ей-богу. Так вот, куда октавы нас вели? К чему ж такую подняли тревогу, скликали рать и с похвальбой ушли? Завидную же избрали вы себе дорогу. Антисемитизмом заниматься. Жилиных предметов не нашли. Да нет ли хоть у вас нравоучения? Пушкин, нет. Или есть? Минуточку терпения. Вот пошла последняя. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчиною, тому рядиться в юбку борца за социальную справедливость странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду, что не согласно с природой дамской. Больше ничего. Не выжмешь из рассказа моего. И начинается это по латыни эпиграфа. Modo vir, modo femina. То мужчина, то женщина. Вот когда началась перестройка, Шевчук, это еврейский тоже, бей-бей барабан за родной Биробиджан, все его песни с надрывом и хрипом, о котором сказал, я уже все испробовал, вот женщины только не было. То мужчина, то женщина. С домиком в Коломне остановимся, сейчас делаем перерыв. Нам еще немножко о медном всаднике и египетских ночах поговорить.
вспомнят и перескажут другим. Итак, домик в Коломне завершается 9 октября. Ровно через 3 года Пушкин начинает тоже 9 октября «Медный всадник». Вот вам второй хронологический приоритет. Вообще хронология это очень серьезно, потому что я не буду о времени говорить, это нужно, похоже, отдельную лекцию, что такое время. Но именно через хронологию синхронизируются очень многие процессы. Конечно, «Медный всадник» — это самое сложное, поразительное произведение, в котором, в отличие от всех, не один, а 2 смысловых ряда. Там есть все. И там много... И чем еще? В «Медном всаднике» загадка и разгадка все в нем, есть ключи. Ну, во-первых, это очень мощное целостное произведение. Закольцованное, как мы говорим, иерархически высшим объемлющим управлением. Вот если у нас вышло единственное, пока небольшим тиражом, неизданный Пушкин, где впервые полностью точно как в рукописи у Пушкина. А там маленькие детали, например, он, местоимение не с маленькой, а с большой буквы. Итак, не вместе, как вводное слово, а врозь. Ну, много таких, но они у Пушкина каждая запятая, каждая точка имеет. Итак, о чем «Медный всадник»? О 2 революциях. Причем ключи снова в видении и в заключении. «Медный всадник» имеет видение. Первую часть – это как бы революция октябрьская и ноябрьская, и августовская революция или контрреволюция. Я уж введение не буду, начну только, почему это закольцованное. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн. Расшифровка в конце. И тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Он и Бог – это одно и то же. К местоимению он даже в отношении царя никогда с большой буквы не писалось, только по отношению к Богу. В первой же части Пушкин пишет о той предгрозовой обстановке, которая была перед революцией. И помните, что Петроградом во времена Пушкина город не назывался, он был Санкт-Петербург. Петроградом он назывался только 10 лет с начала Первой мировой войны до смерти Ленина, с 14 по 24. И Пушкин обращается еще к описанию наводнения, которое было 7 ноября, но 24 года. Он ссылку как бы делает, что все это описание я беру вот здесь. Пришествие, описанное всей повести, основано на истине. То есть он дает понять, все здесь истина. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составным верхом. И дальше сноска, что это 7 ноября. Смотрите. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом, плеская шумной волной в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной. То есть стройная ограда, здесь Нева – это образ народа и одновременно глобального исторического процесса. Никакого расхождения с образом толпы, которое дано в Руслане и Людмиле, как конь, нет. Потому что во второй части будет «И тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь». Пушкин говорит еще и о том, что уж было поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно. И тут же отмежевывается от него. С ним давно мое перо. Не я сам, а мое перо. К тому же, с ним давно мое перо, к тому же дружно. Прозвание, то есть фамилии его, нам не нужно, потому что часто фамилии и... Ну, чем занимался человек в России, было одно и то же. Хотя
В иные времена оно, быть может, и блистало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто. Наш герой и возвращается к домику Коломны. Живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных и не тужит. Не о почиющей родне, не о забытой стране. Вот я вам рассказал, почему евреи не хотят лезть в свое прошлое. Они не могут ничего рассказать о том, что было до Синайского турпохода и до египетского плена. А дальше он раскрывает внутренний мир Евгения. Ведь «Медным всадником» занималось очень много. Я изучил массу литературы по «Медному всаднику», и библейской тем там довольно выпячивается. Ведь всадник-то бронзовый, Пушкин называет его медным. Идите в русский музей, картина Бруни, «Медный змей», там вся разгадка. Библия колет сознание и подсознание, на уровне сознания. Не сотвори себе кумира, на уровне подсознания. Поставь медного змея на знамя. Вот этот разрыв сознания и подсознания многих приводил к сумасшествию. Есть статистика. Раньше в России народ был неграмотный, Библию в основном давали фрагментами попы. В целом никогда не давали. Книга, пять книг Торы, книги пророков, книги Нового Завета, евангелистов. Потому что тот, кто читал всю Библию от начала до конца, статистики 15-16, сходили с ума. Почему? А вот разрыв сознания-подсознания. И поэтому Пушкин описывает, как Евгений сошел с ума. Это образ вообще человека не просто лишенного свободы воли, но оно и исходящего с ума. Но что этому предшествовало? Как заглядывает Пушкин вот во внутренний мир Евгеника? Евгеника как наука появилась только в 20-м столетии. Это наука о том, как выводить новую породу людей, конечно, хороших, избранных. Ну что получилось, вы знаете. Итак, домой пришед Евгений, стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. Помните в домике в Коломне? Но тогда блажен, кто крепко слово правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею, да? А смотрите, какие змеи у него шипят. О чем же думал он? О том, что был он беден. Очень сильный образ. Вы потом вот этого импровизатора, Пушкин тоже бедным называет. И везде Евгений бедный, бедняк, проснулся, бедный, бедный. Откуда это? Была басня Крылова, очень популярная. «Бедный богач». Смысл ее такой, что где-то в избе там мужик очень хочет разбогатеть. Ну, дьявол ему дает кошелек и говорит, бери червонца сколько хочешь из нее, но тратить можешь только после того, как выбросишь кошелек. Вот он день таскал-таскал червонцы, хотел уже бросить, думая, что я завтра еще потаскаю, успею потратить. Ну, и так он всю жизнь только таскал, умер. На этом вот бедный богач. Ну и Франческо Петрарко что-то сказал. Жадный беден всегда. Вы в метро часто видите перед. Вообще многие наши выражения вы видите в метро. То есть это вот то, что мы называем эгрегориальное, коллективное, бессознательное, выражает, то есть наша информация уже запущена. Самый талантливый актер Миша Боярский, еврей, «Салют Петербург», дает интервью. Его спрашивают, что бы вы хотели? Крупным шрифтом. Ума и денег. Чего мне хватает? Ума и денег. Каков Пушкин. Четко не только, но даже слово повторяет. Это современный Евгений. А дальше, ведь речь идет о том, что Мавра хотела, ну, как бы жениться на Параше. Параша народ. Еврейство хочет соединиться и правильно ассимилироваться, войти в народ. Пушкин продолжает эту тему. Жениться? Что ж, зачем же нет?
И в самом деле я устрою себе смиренный уголок. Себе. Возьмите книгу Экклезиаста. Прочитайте внимательно, там есть раздел. Я построил себе дома. Я насадил себе сады. Я построил там то-то, то-то, то-то. Я провел каналы. Все себе, себе, себе. Но не хочу отдавать своим потомкам, вдруг они будут глупые. Царь, высший уровень, Экклезиаст царь. Сам все создал, не сам же, а ему перешли как бы плоды трудов предшествующих поколений. Поэтому, говорит, все это суета и суета. То есть и здесь, и в самом деле я устроил себе смиренный уголок. И в нем парашу успокою. А переобращайтесь, Нева металась как больной в своей постели беспокойной. Что? Кровать, два стула, щей, горшок, да сам большой. Чего ж нам боли? Не будем прихоти мы знать. По воскресеньям, летом, в поле с парашей будем и гулять. Местечко выпрошу. Параше припоручу семейство наше, воспитание ребят. И вот дальше он говорит, что весь период самоидентификации еврейства будет три поколения. И будем жить. И так до гроба рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Октябрьская революция фактически те местечковые евреи, которые не очень-то, не все они были грамотны в вопросах управления, тогда вышли сразу на все управленческие структуры. И в Москве, и в Петрограде, ну, Дикой, по-моему, впервые списки опубликовал, когда есть 500 там с лишним членов правительства, 400 с лишним были евреи. Никогда евреи так резко не влезали. Пошел процесс самоидентификации. Ну, а Пушкин говорит, будет три поколения только. До гроба с рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Но он, конечно, имел в виду смерть информационную. Так думал он, и грустно было ему в ту ночь. И он хотел, чтобы дождь в окно, чтобы ветер выл не так сердито, и дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он наконец сомкнул, и вот редеет мгла ненастной ночи, и новый день уж настает. Вот все дальше, надо быть очень внимательным, когда читать Пушкина, ведь фактически Евгений как бы во сне видит, и потом он в одном месте говорит об этом. «Нева в ту ночь рвалась к морю против бури, не овладев их буйной дури». Буря откуда была? С запада. Ветры с запада. Марксизм пришел с запада. И спорить стало ей не мочь. Поутру над ее брегами теснился кучей народ, любуясь брызгами, волнами и пеной разъяренных вод. То есть была и пена во все это революционное. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла гневна, бурлива, и затопляла острова. Вот очень сильный образ острова. Остров – это в словаре дали, смотрите, фактически это вот вода и вершина. Это природный аналог толполитарной пирамиды. Наверху элита, внизу народ. И тема островов проходит у Пушкина через видение, обе части и заключение. Смотрите. Мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова. И вот вам раскрытие вдовы. И перед младшею, и перед новой столицей померкла старая Москва, как перед юной царицей парфироносная вдова. Вот вам открытую. А что же за покрылась темно-зеленые острова? А тут
Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла гневна бурлива и затопляла острова. И в заключение. Остров малый на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда рыбак на ловле запоздалый и бедный ужин свой варит. Или чиновник посетит, гуляя в лодке, воскресенье пустынный остров. Не взросло там ни былинки. Наводнением туда случайно занесло образ библейской концепции, домишко ветхий. Его над водой остался он, как темный куст, почти как темный крест. Его прошедшую весной свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. То есть никто туда уже не ходит. На пороге нашли безумца моего, и тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Значит, есть народ, который под водой, есть острова, образ разделения на элиту управленческую и толпу. Вы скажете, ну а почему это домыслено? А вот вам отгадка. В первой части стояли, вот описание то, что когда народ в февральскую революцию вышел на улицы, стогны – это площади, улицы как реки. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. То есть, представляете, вы сверху с вертолета смотрите, толпа запружена народом, как озеро, и идут демонстранты. И вот ответ. Дворец казался островом печальным. Все, встал на место. Но как ловко он это делает. Смотрите, темно-зелеными садами ее покрылась острова. Ведь мог сказать, светло-зелеными садами, правда? В ритме ничего не изменилось. А почему же темными? А то, что вся управленческая структура не к свету работает. Потому что дальше вы прочитаете во второй части, что свет он был, скоро свету стал чужд. Весь день бродил пешком, а спал на пристани. А Евгений питался в окошко поданным куском. То есть управленческие структуры, а любая кадровая база идет, готовится в рамках определенной концепции. По библейской концепции это темная управленческая структура. А потом заканчивает чем? Пустынный остров, не взросло там ни былинки. То есть в интеллектуальном, в творческом плане, или что ли, то, что дать народу, и там прямо говорится, или чиновник посетит, гуляя в лодке в воскресенье, пустынный остров. Но он пуст. Пушкин что-то в образном виде понимал, что есть два подхода вот к этому делу. Еще одна картинка. Вот картиночка, взгляните. Я буду говорить марксистской терминологии. Вот это жирный базис, это работники сферы материального духовного производства. А вот это вот надстройка, она, ее задача повышать качество управления. Что происходит, когда управленцы не могут повысить качество управления? Отрезается им голова. Так в революции происходит. То есть есть революционный путь. Вот отрезана голова, качество управления упало, они тянут, срезается. Ведь если вы так нам говорят, что все было перед революцией хорошо, да ничего подобного. Очень промышленность быстро развивалась, а чем занимались наши управленцы? Это же были дворяне и буржуазия. Считайте Чертогону, Лескова. Наворуют, потом кабак пропьют, потом идут свечки ставят своим мерзостным делам. То есть не обеспечивали требуемое качество управления. Сейчас идет, есть другой способ, эволюционный. То есть попытка как бы ротации кадровой базы, но Пушкин говорит, без смены концепции, если не убрать ветхий домик, ничего не получится. Очень интересный, значит, образ во второй части, почему про августовскую революцию.
Пушкин пишет о нем, о Евгении. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался в ее ушах. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц. Он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок, вы знаете, что действительно Всевышний отдал наймы, как вышел срок, тем, кто не понесли Торы, в Коране говорится, подобно ослу, несущему книги, скверно подобие людей. Они даже не скоты, а хуже скотов. Его пустынный уголок отдал наймы, как вышел срок хозяин, с большой буквы, бедному поэту. Он, хозяин, Бог – это одно и то же. Так Пушкин говорит о появлении пророка Мухаммада. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету стал чужд. Весь день бродил пешком, а спал на пристани. Питался в окошко поданным куском. Что за пристань? Что за окошко? Все есть во введении. Прошло 100 лет. Ну, во-первых, на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Пред ним широкая река неслась. Бедный челн по ней стремился одиноко. Вот когда глагол «неслась», то есть глобальный исторический процесс, его цель неизвестна, поэтому он несется. А есть, и там все народы, но есть некая однонародность, которая устремлена, сама того не понимая куда-то. Вот бедный, бедный челн по ней стремился одиноко. То есть еврейство, вырвано из всех народов, из потока, поэтому стремится одиноко, цель есть у них. По низким топким берегам чернели избы, здесь и там приют убогого чухонца. И лес неведомый лучам в тумане спрятано солнце, кругом шумел. И думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. И вот появляется окно. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно на запад. Теперь ясно, откуда он питался? В окошко, поданным куском. Еврейство питается оттуда, с запада, из окошка. А что значит спал на пристани? Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран, краса и дива, средь тьмы лесов, средь топи блат, вознесся пышно, горделиво, где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один средь Невских берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод. Фин – это жрец в переводе на русский язык. Ветхий невод – образ опять библейской концепции. Ныне там, по оживленным берегам, громады стройные теснятся дворцов и башен. Корабли толпой со всех сторон земли к богатым пристаням стремятся. Да, всегда спал на пристани. Евреи стараются быть там, куда приходит информация, и там они и кормятся. А дальше, раз он спал на пристани, не лето клонились к осени, вот вам август. И опять повторение, как в первой части. Дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань робще пени, и, бьясь о гладкие ступени, как челобитчик у дверей ему неведомых судей. Образ народа, который чего-то хочет, а хотел повышения качества управления, а его обобрали. Вот этот вал был действительно мрачный. Бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер выл уныл, и с ним вдали, во тьме ночной, перекликался часовой. У еврейства всегда есть часовой. Но, к сожалению, время заканчивается, потому что здесь надо либо раскрывать. Вот дальше. Евгений – это имя в египетских, в пиковой даме появится фамилия. Герман, Пушкин говорит, это не имя, это фамилия. Герметичный человек. Евгений Герман.
Но буквально два слова. Игра «Фараон» – сразу обращение к Древнему Египту. Игра с ЧК Линским. То есть как, что-то крутится на уровне наших спецслужб. Налево выпала тройка, направо девятка. Первый тур во второй день налево он поставил на семерку. Выпал валет направо. Потом он поставил как бы на туза. А выиграл налево, направо дама, а налево он поставил на туза, но вышла тоже дама. Он говорит, я обдернулся. Попадает в 17-ю камеру. Герман. Ну, это я вас просто отправляю всех перечитать пиковую даму и очень присматриваться к своему внутреннему миру, какие образы у вас будут возникать. Вообще, то, что я рассказываю, вы все и так без меня знаете. Просто моя задача поднять, так же, как вот в Руслане Людмиле, информацию с уровня подсознания на уровень сознания. И о том, что вот все это не химера, здесь мне попалась вот такая, еще в 92-м году, Ленин и Клеопатра. Вот некий Александр Образцов написал пьесу. Ну, смысл ее такой, что перед революцией Ленин в Смольном, там Евреева, Свердлов, там Троцкий все осаждают, он прячется в шкаф и наталкивается там на Клеопатру. Это образ как бы одновременно глобального исторического процесса и глобального предиктора. Ну и он говорит, что надо вообще-то нам, когда до него это доходит, он говорит, что надо бы нам остановиться. Я вот только зачитаю. Ленин, влево гребете, товарищ Троцкий, влево. Впрочем, сейчас не время. Нет, не время. А я вам отвечу. И римлянин, и безземельный батрак только потому подняли руку на себе подобных, что им не встретились на пути к преступлению египетской царицы Клеопатры. Да, не встретилась. И не эту карту надо изучать, а другую, более загадочную. Подводит Клеопатру к столу, приглашает ее прилечь. Та исполняет это с большой охотой. Вот карта восстания. Вот ошеломляющие рельефы и стратегический путь. Присоединяйтесь, друзья мои, изучайте глобальный исторический процесс. И вдумчиво, вдумчиво, не упуская ни одной подробности, я ваше внимание часто обращаю на подробности, этим знанием, с этим знанием мы победим. Свердлов, Антонов, Овсеенко с готовностью подходит. Троцкий хмурится, смотрит в сторону, он посвященный. Затем тоже подходит, заинтересовавшись, подвойски. А как же люди, Владимир Ильич? 25 октября, как договорились, Ленин, отменить. Послать по заводам, по районам и отменить. Я напишу листовку об изучении античной культуры. Пропагандистам дадим задание искать в массах подобные феномены. И рассматривать в кружках, в школах, на собраниях. Приступайте, товарищи, к учебе, прежде чем лезть в революцию. Подвойский достает блокнот, делает зарисовки. Некоторое время все в молчании изучают Клеопатру, вздыхают. Антонов Овсеенко швыряет фуражку. Опа, эх, хороша, Ленин, а, то-то. Свердлов, грустно мне что-то стало. Владимир Ильич, Ленин, еще как грустно, Яков Михайлович. Давайте-ка стихи зачтем. Лев Давидович, Троцкий. Не могу, слезы душат. Ленин. А что, товарищ, давайте поплачем. И вот обращение к Синайскому турпоходу. Я уж лет 40 не плакал. Плачут. Подвойский рядай. Какая вся голубица. Картавит. Свердлов. Да голубица. Постепенно затихает. Сидят, подперев кулаками щеки. Стук в дверь. Ленин. Что там? Войдите. Входит Рахья. Ра, Ра, Амон-Ра, Хля. Присоединяйтесь, товарищ Рахья, проходите. Рахья, там это, там просили передать это самое. Временное, значит, правительство, то есть низложено. Молчание. Клеопатра садится. Какой ужас! Троцкий, да, вот это новость. Свердлов, что же делать, Владимир Ильич? Ситуация изменилась, Антонов Овсеенко.
Не пойду никуда, здесь приму, я виноват, падать на колени, дайте мне наган. Ленин без паники, спокойствия думает, давайте снимемся на фотокарточку, а то впереди что-то такое, что-то архи или еще хуже. Товарищ Рафья, фотографа сюда, скорее, Рафья, слушаюсь. Выходит, возвращается с фотографом, в тельняшке, обратите внимание. Без козырки, галифе, сапоги бутылками. И это есть смесь. Фотограф устанавливает аппарат. Все усаживаются вокруг Клеопатры. Ленин. И вы, товарищ Рахи, вот сюда, у щиколотки. Фотограф, вы готовы, товарищ? Фотограф, всегда. Ленин, начинайте. Фотограф закрывается накидкой. Из фотоаппарата раздается пулеметная очередь. Пули косят разбегающихся, потоки крови, однако Клеопатра невредима. Глобальный предиктор. Фотограф, добив Рахви Подвойского у самой двери, отбрасывает накидку, заводит граммофон, вмонтированный в фотопулемет, затем подходит к столу, сдергивает за руку оцепеневшую Клеопатру, глобальный предиктор, и начинает танцевать с нею. Фокстрот. Вот у нас Михаил Николаевич все время глобальным предиктором танцует фокстрот. Кровь хлещет, они подсказываются, катаются в ней, снова танцуют. У человека образы очень связаны с теми, что в египетских ночах. Вы знаете, появляется некий импровизатор, бедный, имени нет, а просит ввести его в определенный круг. Ну и когда он туда входит, там дается 5 тем, одна Клеопатра и ее любовники. Клио, богиня истории. И он эту тему развивает. Чертог сиял, гремели хором певцы при звуках флейт и лир. Царица голосом и вздором роскошный оживляла пир. Сердца неслись к ее престолу, и вдруг над чашей золотой она задумалась и долу поникла гордую головой. Это образ древнеегипетского жречества. Все остальные жречества лишь мелкой периферии. Но и у древнеегипетского жречества было представление о Боге. Вы знаете, Бог есть любовь. И пышный пир как будто дремлет. Умолкли гости, хор молчит, царица вновь голову подъемлет и с видом ясным говорит. В моей любви для вас блаженство, блаженство можно вам купить. Внемлите ж мне, могу равенство меж нами я восстановить. То есть хотите быть наравне со мной? Попробуйте. Кто торгу страстному приступит. Свою любовь я продаю. Бога продаю. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою? Вот Радзинский афишу, вижу, висят в Москве, играется. Это может плохо для него кончиться. Последняя ночь последнего царя. Кто торгу страстному приступит, свою любовь я продаю. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою? Рекла. Жречество занимается жизнеречением, это не от слова жрать. И ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца. Она, смущенный ропот, внемлет с холодной дерзостью лица, и взор презрительный обводит кругом поклонников своих. Вдруг из толпы один выходит, отделяет, а вслед за ним и два других. Порядок. Египетское жречество создало в начале себе периферии из еврейства. Смела их поступ, ясные очи, навстречу им она встает. Свершилось, куплены три ночи, и ложа смерти их зовет.
А дальше про жрецов. Благословенные жрецами, теперь из урны роковой, пред молчаливыми гостями проходят жребий чередой. Порядок гибели определяется так. Первым погибло римское жречество, потому что оно было филиалом древнегречества, от греческого, а то было древнеегипетское. И первый Флавий, воин смелый в дружинах римских посиделый, не мог снести он от жены, жена народ, высокомерного презрения за то, что христианство стало принимать римской граждан. Он принял вызов наслаждения, как принимал он в дни войны, он вызов ярого сражения. Второй – Критон. Я уже вам говорил, что в первом варианте, ну, про Флавия все сказал, не буду повторяться. Второй – Критон, молодой мудрец, жил в Афинах, рожденный в рощах Эпикура. Критон – поклонник и певец Харит, Киприды и Амура. Ну, то есть перечисляются греческие боги. А вот дальше – самое главное идет описание, кого она сотворила и кого очень бережет. Любезный сердце и очам, как вешний цвет едва развитый, последний имени в веках не передал. Его ланиты пух первый нежно тенял. Статистически сейчас все евреи носят вот эту короткую бородку. Сванидзе там и так далее, да. Речей неопытные силы кипела в сердце молодой, и грустный взор остановила царица дивной на нем. То есть, почему она грустила? Первые две ночи уже прошли, наступает третья. Клянусь, о матерь наслаждение, тебе неслыханно служу. То есть тихо, неслышно, нешумно, на ложе страстных искушений простой наемницей вхожу. То есть я тоже под Богом, египетское жречество признает. Клянусь, о мощные Киприда, и вы, подземные цари, и боги грозные Аида, клянусь, до утренней зари своих властителей желания я сладострастно утолю, и всеми тайнами лобзания и дивной негой утолю. Но только утренней Порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертную секирой голова счастливца упадет. С чего началась революция? С выстрела авроры. А вы знаете, что было три броненосных крейсера? Паллада, Аврора и Диана. Историю Паллады знаете? Она стала жертвой войны с японцами. Она была в Порт-Артуре. Паллада – это богиня мудрости. Не везло России под давлением вот этого глобального предиктора с мудростью. Ну, первая Паллада была затоплена в Крымскую войну, фрегат Паллада, помните историю? А вот три броненосных крейсера, Паллада была затоплена в Порт-Артуре во время русско-японской войны. А на рейде стояла Диана и Аврора, но выстрел прозвучал, пусть холостой, как знак начала восстания, с Авроры. Потом пытались после русско-японской войны построить еще один тяжелый броненосный крейсер «Паллада». Конец такой же. В Первую мировую войну в 14 или 15 году он был затоплен первыми залпами немецких. Попала торпеда, попала погреба. Он был взорван и затонул. То есть, понимаете, я думаю, что сейчас все, что я рассказываю ведь о том, какие образы возникали у Пушкина и как эти образы реализовались. Но ведь образы в отношении определенного явления. Египетские ночи закончены, ну, как бы цикл он закончил, вот, который я вам начал, и только «Доме в колонне» подробно рассказал, а вот эти две вещи фрагментарно. Я хочу, чтобы вы просто прочитали, подумали сами над этим.
Может быть, вы увидите даже больше меня. На этом я заканчиваю, время истекло. Не занимался Пушкин чепухой. Не был он ни бабником, как хотят его представить, и пьяницей. Это был очень серьезный человек и не просто пророк.